Неужели Кармель где стоит монастырь кармелитов? У подножия ее, где могила пророка Илии, где, склоняясь, католики к небу возносят молитвы, и евреи, качаясь, возносят молитвы свои. Позолоченным куполом в синих лучах полыхает, у приехавших море и суши всегда на виду, возвышается храм новоявленной веры Бахаи возле сада цветущего трижды в году. Возвышается храм новоявленной веры Бахаи возле сада цветущего трижды в году. Этот сказочный храм никогда я теперь не забуду, где все люди вокруг меж собой в постоянном ладу, одинаково чтут там Христа, Магомета и Будду, и не молятся там, а сажают деревья в саду. Здесь вошедших ребят обнимают прохладные тени, здесь там клубок цветов, изваяния животных и птиц, окружают тебя сочетание странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Окружают тебя сочетание странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Буду я вспоминать посреди непогод и морозов лабиринты дорожек по склону сбегающих вниз, где над синей морской распускается чайная роза, и над жаркой розой недвижный парит кипарис. Мы с тобой войдем в этот сад наклоненный полога, пение тихой птиц над цветами закружится вновь, и тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога. Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога. Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь.